Всем привет! Вы на канале Look Tool, и сегодня мы с вами поговорим про сцепление на триммерах. Вот пришел к нам человек с триммером Forward и с такой проблемой. Говорит, когда дергаем ручку стартера, протягиваем, у нас вместе со стартером крутится и диск. На данном триммере установлен диск. Вот, сразу же хочу сказать, что если у вас во время того, когда вы тянете за стартер, медленно крутится или же диск, или катушка, что у вас там стоит, проблема однозначно с сцеплением. Другой проблемы быть не может. 100% сцепление. Сцепление находится у нас вот здесь, спереди. Сейчас мы открутим вот эти вот 4 болта, и я вам покажу, что там однозначно, что-то там со сцеплением. Там или пружина лопнула, или... Ну, посмотрим сейчас. Несмотря даже на вот этот вот интересный такой бронепровод, который, я уверен, человек самостоятельно поставил. Обычный провод вместо бронированного. Вот. Но он утверждает, триммер заводится. Будем решать проблему только со сцеплением. Откручиваем штангу, вот эти 4 болта. Здесь у нас шестигранник используется на 5. Сейчас я их немного ослаблю. И дальше откручу уже шуруповертом. Разъединяем и смотрим. Как я и предполагал, у нас просто лопнула пружинка. Колодки еще нормальные, поэтому просто меняем пружину, и проблема устранится. Да, ребят, и еще, прежде чем устанавливать новую пружинку, обязательно надо убедиться, что нет вот этого второго конца, то есть вот здесь был такой же крючок, что он нигде здесь не остался и не прилип к магниту. Если он останется, потом в дальнейшем может быть проблема, если этот конец попадет у нас между маховиком и зажиганием. Поэтому не поленитесь, открутите вот эти вот 4 болтика, снимите кожух и внимательно все осмотрите. Он мог, конечно, вылететь, но надо осмотреть, вдруг он все-таки остался. Для замены нам понадобится сама пружинка новая. Вот она у меня. Кусочек каната и свечной ключ. Но прежде всего я, конечно же, сейчас сам откручу и проверю, не осталось ли там у нас ничего, не прилипло ли к магниту. Здесь уже ключ на 4 мм. Бывает под отверточку, под крестовую. Или звездочку, на звездочку пореже. Также сейчас сперва ослаблю, потом поменяем на шуруповерте насадку и откручиваем. Чуть-чуть отгинаем защиту и располовиниваем. Внимательно осматриваем и ищем кусочек пружинки. Ну, в моем случае его нет. Он у меня
Хотя подождите, вот что-то вижу. Сейчас попробуем взять плоскогубцы. Вот он, ребят, виновник всего этого нашего мучения. Так, теперь вот она, наша пружинка. Это вот часть от нее, мы ее достали. Теперь я уверен, что там ничего не осталось постороннего. И будем одевать пружинку. Вот. Я не сторонник каких-то там крючков, и тянуть их очень сильно, я, как говорится, надрываясь, пытаться ее сюда засунуть. Я делаю все аккуратней и проще. А именно, откручиваем свечку. Вставляю сюда немного. Еще лучше еще вытащить нам немножко канат, лучше чуть-чуть. Вот. Вставляю немного туда свечное отверстие. Далее берем ключик на 17 и откручиваем один из болтов. В принципе, можно любой. Там под ним еще шайба, поэтому аккуратней. Откручиваем. Вот она, наша шайбочка. Она должна здесь так и остаться. Мы ее потом подсунем. Берем пружинку, надеваем сюда. Надеваем сюда. И вот таким вот образом ее натягиваем, пружинку эту. Подпихиваем шайбочку, закручиваем назад наш болт. Теперь освобождаем нашу ручку заводную и проворачиваем, чтобы нам затянуть, а ручку одновременно вот эту вот отпускаем. Вот у нас зафиксировалось. Теперь затягиваем. Так, проверим сразу. Сцепление поменено, одеваем назад, не сцепление, а пружина, сцепление поменено, одеваем назад, соответственно, вот эту крышку, но повнимательнее, здесь есть вот такие вот
как говорится, стопорные шплинтики, два штуки. Вот они должны у нас совпасть с отверстиями. Вот. И закручиваем. Что хотелось бы еще сказать, если у вас это случилось дома и как бы вы далеко живете от какого-то населенного пункта, где продаются запчасти, можно взять пассатижи на обычном газу, все это разогреть, обязательно разогреть, и пассатижами аккуратненько это все выгнуть и согнуть. Она станет как бы чуть короче, но за счет того, что вы сами согнете, расстояние примерно будет такое же. И все, и назад ее поставить, еще какое-то время поработать. Закручиваем болты. Я просто помню, что вот здесь стоял длинный. Не знаю по какой причине. Может, там резьба была подсорвана. Но я его сюда же и поставлю. Всегда проверяю вручную, чтобы почувствовать, как говорится, как затянуты болты. Здесь у нас пластиковая защита бака сильная, поэтому не затягиваем, чтобы она не лопнула. Если у вас металлическая, можете утянуть посильнее. Вот. И прикручиваем, соответственно, штангу на место. Кстати, ключи вот такие на шуруповерт я себе сделал из обычных вот таких ключей, просто отпилил их. То же самое проверяю вручную и подтягиваю. Вытаскиваем наш канат и ставим на место свечу. Надеваем колпачок на место. Вот и все, пружинка поменена. Ну, триммер, конечно, отдавать я сейчас сразу не буду. Сейчас, несмотря на то, что вот я протягиваю, у меня уже диск не крутится, конечно же. Вот. Но обязательно мне надо пойти завести, проверить, послушать, чтобы человеку отдать уже в рабочем состоянии инструмент. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, ставьте лайки. Всем удачи, пока.